Я приветствую всех на своем канале, и это строительство на заказ 74. Итак, сегодня мы с вами будем строить большущий, просто огромный дом, конечно же, в городе Сулани. И я выбрала самый большой участок, 50/50, об этом просила заказчица, собственно, вот. Поэтому я и выбрала его. Сама бы, наверное, никогда бы я не рискнула на такой огромный реальный участок, потому что, ну уж очень он большой. И очень сложно было на нем что-то построить нормальное, такое, чтобы это смотрелось органично с городом и, в принципе, чтобы вписывалось в окружающую среду как-то, я не знаю. В общем, реально, было одно, наверное, из самых сложнейших строительств. Ну, я не знаю, можно ли назвать его самым сложным, но мне было тяжеловато, потому что он большой, он реально большой. И этот дом рассчитан на целых 5 персонажей. Конечно же, в нем должно быть много места, потому что там есть двое детей, как минимум, и там есть взрослые персонажи, и уже, наверное, даже пожилые, я не знаю, возраста персонажей, мне об этом заказчица не уточнила, скажем так, поэтому да, но я знаю пол, я знаю, сколько их там, поэтому какие-то нюансы все равно знаю. И на самом деле, прежде чем говорить вообще о самом доме, я бы, наверное, хотела рассказать о семье, потому что не рассказать об этом я просто не могу. Заказчица просто невероятно прекрасная девушка, которая описала мне все в таких реально классных красках, что мне действительно очень захотелось построить для этой семьи дом. Такое бывает крайне редко, когда вы действительно так классно подходите к написанию заказов. Я всегда вас прошу о том, чтобы вы как-то постарались в написании заказа, для того, чтобы меня заинтересовать, потому что это действительно помогает. Вот реально, я вам не вру сейчас, это реально мотивирует, это очень помогает при строительстве, и просто даже, когда читаешь, ты реально, ну не знаю, ты проникаешься этой семьей, ты понимаешь, что да, ты теперь знакома с этой семьей, и создается впечатление, как будто бы это твоя семья, ты сам создал ее, ты сам ею играешь, потому что ты знаешь про них все, прям вот до самых маленьких мелочей. Это очень классное ощущение, на самом деле, при строительстве. Ну, в общем, давайте я вам зачитаю всю эту историю, потому что она реально очень классно написана и очень развернута. Мне действительно было очень приятно и интересно ее читать. Так вот. Дом нужен для семьи с 5 человек с котом. Глава семейства уже не молодая женщина, всю свою жизнь посетившая своему единственному, пусть и незапланированному, сыну. Отцом был порядочный, небедный человек и исправно платил алименты. Но Рэй не хотела быть содержанкой и начала заниматься писательством и рисованием, на чем и смогла заработать целое состояние и мировую известность. Но когда вскоре после поступления в старшую школу ее драгоценный и любимый сын привел к ней в дом беременную девушку, она поняла, что в воспитании сына она что-то упустила. После небольшого скандала приняла девушку, которую после обнаружения беременности выгнали из дома. Окружив девушку заботой, Рэй не забыла и об образовании непутевой молодежи. Оба подростка должны были приносить только пятерки и всесторонне развиваться. Так Рэй стал капитаном футбольной команды и организовал свой собственный клуб программирования и робототехники, надеясь после школы создать свою IT-компанию. Его жена Алена всегда мечтала петь, и с благословения свекрови наконец-то записалась в музыкальный кружок, куда в скором времени привела своего мужа, где он учился играть на гитаре. Но, к большому сожалению Алены, после этого покинул клуб. После рождения малютки Мелании ее мама открыла в себе дар к написанию детских книжек, а под долгими уговорами Рэй начала их публиковать. Время шло, Рэми и Алена закончили школу, и у них родился сынок Кастиэль. Кота же еще совсем малютка принесла Мелания. Кот был лысым, с низко посаженными глазами, лопоухий и со страшными алыми шрамами на теле, больше напоминал исчадие ада, нежели домашнего питомца. Несмотря на весь неприглядный вид, кот был очень дружелюбен к новым хозяевам, чего нельзя было сказать о гостях. За что один из друзей Рэми прозвал кота «Мистер Зло», так кличка и прижилась. Мелания растет очень творческим ребенком и как папа играет на скрипке. Кастиэль же хочет только играть и ни на шаг не отходит от папы, копируя его во всем, и очень любит танцевать, пока папа занимается в спортзале. Вот какая-то такая достаточно интересная, развернутая история, реально хорошо написанная. Вот человек видно, что постарался, приложил усилия, действительно, он создавал эту семью с любовью, он ей действительно играет, у них есть какая-то история, какой-то сюжет, развитие чего-то. Ну, в общем, это очень безумно приятно читать. Большое тебе спасибо. Я уже написала ей в личное сообщение, что мне действительно очень приятно, сразу же после того, как она мне отправила этот заказ. Действительно, реально, вот честно, очень приятно читать такие вещи, и просто я очень сильно старалась для этой семьи. Из требований заказчица попросила, чтобы
ну, главной, скажем так, героини, Рэй. Собственно, владельца этого дома был собственный кабинет с мольбертом, компьютером и столом для видеоблогинга, также чтобы в доме был спортзал и, естественно, отдельная спальня для каждого члена семьи. Никаких ограничений по поводу денег, еще чего-то не было, были только ограничения по поводу дополнительного контента, его было использовать нельзя. Поэтому, ребята, ликуйте, этот дом абсолютно no CC, вот прям 100% он чистый, в нем нет ни единого допа, вот прям вообще ни единого. Здесь в основном использовались, конечно же, все каталоги, все дополнения, и в основном я старалась использовать мебель из нового дополнения. Ну, как-то, знаете, она мне зашла, и мне так хотелось ее использовать и везде тыкать ее, поэтому не судите строго, но реально очень классная мебель, поэтому, конечно же, я постаралась сделать все как-то вот в таком стиле, тем более, ну, сам по себе город такой, грех не использовать, собственно, и пока еще глаз не замылился, пока еще она не поднадоела, я подумала, почему бы и нет. Поэтому в этом доме очень много мебели из нового дополнения, ну, как бы, понятное дело. Ну, естественно, присутствует и декор, и другая мебель тоже из разных дополнений, каталогов, в общем, всего. Всего-всего, что есть уже на данный момент в игре. Но здесь абсолютно нет допов. Так что те, кто не может скачивать мои дома с дополнительным контентом, пожалуйста, радуйтесь, переходите в мою группу ВКонтакте и скачивайте этот домик, потому что он у всех есть в общем доступе. Вот. Так что вот какие-то такие дела по поводу истории семьи. На самом деле, реально, этот дом очень большой, потому что участок заказчица попросила 50 на 50. Это был единственный участок в городе, он находится на очень, ну, очень красивом месте, просто реально. И вот мне кажется, что этот дом вписался сюда вот, ну, не знаю, самым наилучшим образом. Мне очень нравится, как он здесь смотрится, ну, прям невероятно красиво, даже несмотря на то, что он реально такой огромный. Он очень классно вписался на этот участок, мне он очень нравится, вот, ну, прям, не знаю, я в него влюблена. В принципе, как вообще весь город, во все эти пейзажи, мне кажется, сюда любой дом впишется, будь он самым, не знаю, там, страшненьким, каким-то неремонтированным. Реально, сюда вообще любую халупу поставь, и это будет красиво, потому что, ну, пейзажи вокруг просто невероятные. Если говорить о самом доме, то на первом этаже прям, знаете, раздолье. Здесь я совместила огромную, просто гигантских размеров кухню с залом, со столовой, и поставила рояль, потому что мне показалось, что это было бы очень кстати, раз девушка занимается там, точнее, либо муж ее занимался гитарой, либо чем он там занимался, я уже не помню на самом деле, но, в общем, с музыкой что-то было связано. И, в принципе, научиться играть на рояле, я думаю, было бы неплохо для всего семейства, чтобы потом устраивать такие, знаете, посиделки у рояля, у камина, кстати, там рядом камин. В общем, здесь прям раздолье на первом этаже. Также появился на первом этаже спортзал и комната, соответственно, хозяйки дома, Рэй. В принципе, все очень даже логично. И также еще появилась комната Мелании, это девочка. Я, кстати, не знаю, какого она возраста, почему-то я предполагала, что она уже подросток. Возможно, еще нет, но, наверное, должна скоро им стать, поэтому я думаю, что все должно подойти вот по возрасту. Я, по крайней мере, старалась. Я не знаю возраста персонажей, я, к сожалению, это не уточнила, потому что как-то выпустила это из своей головы. Не все я могу помнить, моя голова не дом советов, поэтому если для вас это очень важно, то, пожалуйста, постарайтесь как-то вот держать это в своей голове и обязательно мне указать, потому что я, в принципе, забыла спросить про дополнительный контент, и уже потом вдогонку спрашивала, выходила из игры, потому что реально забыла, вот вылетела из моей головы. Так вот, по поводу возраста детей, как уже сказала, не знаю, но старалась как-то по ощущениям действовать, я надеюсь, что все подойдет, все кроватки, все, и, в принципе, все понравится. Но мне нравится само вот расположение дома, мне нравится его планировка. Я постаралась сделать его более свободным, более просторным. Не знаю, мне почему-то так захотелось. Потому что сам по себе остров очень настраивает на такую какую-то релакс, чил обстановку. И знаете, и хотелось действительно чего-то такого же свободного, недушного пространства какого-то. Не знаю, мне просто реально хотелось свободы, простора, светлых оттенков, естественно, большого количества цветов, какого-то интересного декора. В общем, я постаралась сделать как-то все это максимально уютно, но при этом не спрятать это все в какой-то маленький домик непонятный, в который кое-как войдут эти 5 персонажей.
поэтому, да. А, еще, кстати, было критерием интересным, чтобы по всему дому были натыканы домики для кота. Ну, потому что он их домашний питомец, любимый домашний питомец, поэтому, конечно же, я выполнила и это. Я не в каждую, конечно, спальню поставила, но туда, куда можно было поставить, я поставила домики для кота, вот эти вот, которые, по которым он может лазить. А, и, естественно, везде появились лотки, на кухне миски, ну, в общем, все вот это вот появилось. Соответственно, конечно же, заказчица сама сможет добавить, если вдруг ей еще вдруг где-то понадобится вот этот домик, она может его в любой момент поставить. Но я поставила несколько, их что-то около, наверное, где-то штуки 3-4 появилось по дому. Я считаю, что этого вполне достаточно, потому что мне кажется, что в 74 кот и половину этого дома не обойдет. Ну, лично мне так кажется, поэтому да. Так вот, а на втором этаже появилась, естественно, кабинет главной героини Рэй с компьютерным столом, со столом для видеоблогинга, в принципе, как и требовалось, с мольбертом. Ну, в общем, знаете, там такая рабочая обстановка получилась в этом кабинете, такая вот реально рабочая обстановка. Он немножко захламленный, ну, потому что, блин, ну, если человек там работает, занимается творчеством, там, в принципе, не может быть чисто, потому что, ну, блин, творческие люди, они такие. Я, кстати, уже в каком-то одном из видео... Это, правда, было давненько уже, но я почему-то сейчас об этом вспомнила. Я как-то уже разглагольствовала на эту тему, что у творческих людей вокруг прям, ну, полный хаос, и о порядке идти речи даже не может, потому что когда у тебя идет творческий какой-то процесс, тебе вообще плевать на все вокруг. Вот когда он заканчивается, тогда да, ты начинаешь думать, блин, какой же свинарник. Но пока вот он идет, тебе вообще абсолютно параллельно на все вокруг, ты занимаешься только тем, что у тебя получается, и то, что тебе приносит удовольствие, собственно. Так вот, опять отошла от темы, продолжаем разговаривать про комнаты на втором этаже. Также на втором этаже появилась спальня Алены и... Как же его зовут? Я забыла, как зовут парня. Сейчас, подождите, я посмотрю. Чтобы не наковеркать никак его имя. А, Реми. Появилась спальня Реми и Алены. И, конечно же, появилась спальня мальчика. Я посчитала нужным, чтобы спальня была на втором этаже, потому что он помладше, чем Меланья, и поэтому я подумала, что ему лучше на втором этаже, рядом с родителями, если вдруг что, он испугается, он прибежит к ним, чтобы не спускаться с лестницы и бежать вниз, блин, либо наоборот наверх. Ну, в общем, мне показалось, что логичнее будет сделать комнату маленького мальчика, ну, мне кажется, что он уже ребенок, ну, по крайней мере, я так считаю, вот, чтобы он, если что, прибежал к родителям тут же прямо на этаже, мне кажется, так удобнее. Вот, но я бы комнату девочки тоже поставила на второй этаж, но просто второй этаж гораздо меньше, чем первый, потому что если бы он был таким же огромным, мне кажется, я бы этот дом просто реально не осилила, потому что он действительно большой. И вроде бы по второму этажу это все, и также есть выходы на две террасы с одной и с другой стороны. Не знаю, мне кажется, что в таких вот городах, именно в таких островных городах, да, в городах для отдыха какого-то вот такого вот пляжного типа, должно быть максимально много балконов, веранд и открытых пространств, потому что, ну блин, там тепло круглый год, чего бы нет. И, кстати, я использовала еще вот эти вот новые двери и окна, которые как решетки, я не знаю, как их назвать, они у меня в большом количестве, прям реально в огромном количестве. Сначала мне показалось, что они более плотные, но потом, когда я посмотрела на них под другим углом, они прям реально полупрозрачные. Но я уже не захотела ничего переделать, мне нравятся они просто до безумия, поэтому мне кажется, что именно в данном городе в этом нет ничего плохого. И мне кажется, что они сюда прям классно вписываются, я, кстати, в них вообще влюблена, просто до безумия. Эти двери раздвижные, эти окна вот решетчатые именно, вот как, не знаю, как их назвать, деревянные, блин. В общем, я думаю, все поняли, о чем я говорю. Я в них просто влюблена, это любовь с первого взгляда, реально. Я когда увидела их только в обзоре у американских симеров, когда они обозревали режим строительства, я просто сразу же в них влюбилась, я поняла, что это прям будет моим, знаете, любимым предметом интерьера, который я буду пихать везде, даже не только на этом острове, а просто реально везде, потому что, ну, блин, это классно, такого еще не было, и поэтому мне этого очень не хватало, поэтому не удивляйтесь, что их здесь действительно очень много. Конечно же, я решила еще обустроить и задний двор, хотя про это ничего сказано не было, но, в принципе, это предполагается всегда. Ну как это, дом без заднего дворика, без всего того, тем более остров, бассейн 100% должен быть. Поэтому, конечно же, я обустроила такую территорию, где и бассейн, где и гриль, и, в принципе, полотенчики лежат, на которых тоже можно загорать, и лежаки там есть,
лежики есть и на верандах. Ну, в общем, кому как нравится, тот будет загорать, вот, кто на полотенцах, кто на лежаках. Поэтому уже там выбирать уже самим Симом, где им загорать, собственно. Также я поставила туда вот этот костер, который пришел с этим дополнением как раз-таки. Качели, еще что-то поставила. В общем, как-то попыталась облагородить задний двор, но скажу сразу, что не задействовала абсолютно весь участок, потому что мне показалось, что это будет очень странно, огородить его весь забором. И мне как-то хотелось, чтобы это, вот, знаете, растворилось вот во всем этом пространстве, и казалось как-то... как будто оно тут так и было. Вот не хотела я четких заборов, я не хотела каких-то вот, не знаю, каменных дорожек. Ну, в общем, я ничего такого не хотела, просто вот реально песок, небольшой заборчик, который и то прерывается там в некоторых местах. Мне хотелось чего-то такого максимально вот расслабленного, чтобы это действительно слилось с этим местом, как будто бы реально здесь и было. И мне кажется, что у меня это очень хорошо даже получилось. По крайней мере, я на это надеюсь, вот. Я надеюсь, что заказчице понравится, и она останется полностью довольна этим домом и будет с удовольствием в нем играть, потому что я реально приложила к нему большое количество усилий. Да, может быть, строила чуть дольше, чем обычно, ну, во-первых, потому что работа, ее как бы никто не отменял, и, во-вторых, он реально большой, поэтому как-то, знаете, не хотелось сделать прям, ну, совсем тяп-ляп, и... как-то старалась прорабатывать какие-то помещения, и потом еще отдельно даже дополняла все это декором, потому что то, что вы увидели на видео, здесь очень мало декора, еще в дальнейшем, конечно же, я потом добавляла постепенно, там, где уже видела, что необходимо добавить, я добавляла, конечно же, поэтому, да, уже и за кадром добавляла, и доставляла какие-то мелочи, и добавляла мебель за кадром, поэтому все то, что вы видите на видео, это абсолютно не все, какие-то вещи у меня происходили за кадром, ну, потому что мне иногда бывает так реально проще. Я вот сижу, строю на камеру, у меня нет вдохновения, я выключаю камеру, посижу 5 минут, подумаю, раз, тут пойду поставлю, там пойду поставлю. И знаете, ради таких маленьких кусочков неохота включать камеру, потому что это не так, что вот пошло и идет дальше. Нет, вот я поставила одну, да, какую-нибудь тумбочку, заполнила ее декором, и у меня опять ступор. Я еще минут 5 посижу, подумаю, потом пошла и там добавила. И знаете, вот с такими перерывами, рывками включать камеру, потом это просто, ну вот реально замучаешься монтировать. И когда я знаю, что у меня не пойдет сейчас все сразу одним вот куском, я не включаю просто-напросто камеру, поэтому многие вещи остаются за кадром. Именно мелкие вещи, расставление какого-то декора, какой-то мебели, в общем... У меня никогда не получается записать все с одного раза, прям вот одним кусочком, одним видео. Нет, такого не бывает, у меня все кучами кусочков, потому что я то включаю, то выключаю камеру, то мне нужно куда-то отойти, то мне кто-то звонит, и я там не могу устроить в этот момент, и мне надо выключить камеру, чтобы зазря она не работала, и мне потом это не пришлось вырезать. Короче, это просто вот, это вот я так строю, да, кто-то может быть, может все за один раз вот раз, сел и на 5 часов и построил. Я так не могу, мне надо сотню раз выключить эту камеру, мне надо сотню раз ее включить, мне надо 10 раз выйти из игры, потом перезайти, чтобы, блин, я не знаю, там отойти куда-то. Ну, в общем, вот такая вот я. С этим ничего не поделаешь, тем более строила я на протяжении нескольких дней, ну, потому что вот так у меня получилось. У меня как-то не хватало сил на этот дом, приходила вечером с работы, думала, сейчас сяду. Ну, как бы я садилась, но прям буквально на полчаса там где-то что-то докидывала декором, либо что-то добавляла и выходила, потому что просто не было сил. И вот сегодня выходной, вот, собственно. На самом деле это видео было, вышло бы раньше, если бы не вчерашний мой рабочий день, который должен был быть выходным, потому что мне пришлось подменить человека, и поэтому я не смогла доделать это дома вчера, так бы я сделала это вчера, но, к сожалению, так получилось. Но, в принципе, я думаю, что ничего страшного, я заказчику предупредила, что видео выйдет в среду, сегодня среда, ну, по крайней мере, у меня еще среда. На момент озвучивания, и когда я буду выкладывать, у меня будет тоже среда, потому что сейчас я это дозвучиваю, смонтирую, пойду выкладывать это все вам. Поэтому я надеюсь, что у заказчика тоже среда. Я не знаю, какие у нас часовые пояса, возможно, она вообще где-нибудь живет на Дальнем Востоке, и там жутко отличается время, но я надеюсь, что нет. На этом я, наверное, буду потихонечку уже заканчивать. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик, и вы обязательно поставите на него лайк, потому что мне будет, ну, очень приятно. Я всегда люблю смотреть на ваши комментарии, читать их, стараюсь всем отвечать, и, конечно же, мне очень нравится видеть, что вы поддерживаете меня своим пальцем вверх.
Также, конечно же, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик для того, чтобы не пропускать новых и интересных видео. Ну а если все же YouTube не присылает вам уведомления, то переходите по ссылочке в описании в мою группу ВКонтакте и вступайте в нее, там есть рассылка о выходе всех новых роликов на канале, и там я провожу разные опросы, спрашиваю ваше мнение, делаю посты о доп-контенте. Возможно, кому-то интересно, какой дополнительный контент я использую, я пощу его весь там, именно тех креаторов, которые использую. Также в ВКонтакте вы сможете скачать все мои постройки и задать в ВКонтакте все интересующие вас вопросы, вы тоже можете, там для этого есть специальное обсуждение. В общем, на этом у меня все, я всех благодарю за просмотр, всем до скорых встреч и всем пока-пока, увидимся с вами в новых роликах.